В последнее время в стране поминальные мероприятия стали сопровождаться нецелесообразно, пышными застольями. Эти и другие проблемные вопросы были обсуждены сегодня в центральной мечети города Тараза. Сегодня траурный обед, приуроченный к годовщине смерти, иногда проводится масштабней и роскошнее некоторых тоев. В связи с этим в каждом регионе страны проводятся разъяснительные встречи с имамами. В целях же недопущения расточительности разработано и рекомендовано общее меню, являющееся наиболее приемлемым для всех граждан, то есть на одного человека 2000 тенге. Единогласным решением участников встречи было одобрено данное предложение. В целом в нашей религии делать садака во имя погибшего, молиться – это все хорошо, но иногда мы перегибаем палку, стараясь провести поминки. Это называется расточительством. Было бы лучше, если бы накрывал дастархан или помогали в этом именно соседи той семьи, где произошло горе.